Здравствуйте, друзья! Привет из Бельгии! Сегодня мы с вами пошьем вот такую маску с кармашком для фильтра. Для начала нам нужно нарисовать выкройку. Для этого складываем лист напополам, прочерчиваем 17,5 сантиметров вдоль линии сгиба и рисуем слева или справа, как вам удобнее, вот этого сгиба выкройку. Теперь берем и вырезаем нашу выкройку, сложенную вдвое. Приготовление маски нам понадобится два кусочка основной ткани. Это полиэстер. Для внешней части это хлопок для подклада. Для кармашка фильтра нам понадобится такой же кусочек ткани, как для подклада, размером 20 на 13. Для части подбородка также нам нужны два кусочка ткани размером 18 на 8 сантиметров. Косая бейка. У меня будет она украшена только вверху. Для завязок мы будем использовать вот такой шнурок. Также для переносицы мы будем использовать проволочку. И для фильтров мы будем использовать детские салфетки. Отмечаем на каждой детали центр. Теперь складываем наши части изнанкой кверху, прикладываем нашу выкройку и обводим теперь. Вверху нам не нужен припуск на швы, так как у нас там будет косая бейка, а внизу у нас нету косой беечки, поэтому вы можете сделать с двух сторон без косой бейки. Тогда нужно оставлять припуск на швы 1 сантиметр с двух сторон. Теперь прострачиваем наши шовчики на переносице V-образные. Подворачиваем на 1 сантиметр наш карман для фильтра и накладываем прямую строчку. Значит, проложили строчки на карман на наш. Теперь складываем швы, чтобы совпали. Совмещаем кончик с кончиком. Здесь строчки. Также тут сделаем на расстоянии где-то 3 миллиметров от края, тоже проложим строчку, чтобы карман не смещался при соединении деталей. Мы прострочили нашу часть для подбородка плюс карман. Все, теперь ложим лицо к лицу и начинаем
совмещать метки. Значит, части для подбородка совмещаем, для наружной части. И будем прокладывать строчку. Толщину лишнюю убираем. И проутюживаем нашу маску. Положили нашу строчку по краю где-то миллиметр от края. И теперь с изнаночной стороны прикладываем косую беечку, которая вся будет держать всю нашу конструкцию. Идем к швейной машинке. Вкладываем и прострачиваем наши завязки. Вот наш кармашек. И вот наша масочка. Для фильтров мы можем использовать вот такие салфетки. Значит, для этого мы ее проутюживаем, чтобы вышел запах и влага оттуда. И можем вот так складывать и вдвое и всовывать наш фильтр. Готов. Значит, вот наша маска готова. Значит, у нас есть кармашек для фильтра. Пришили косую беечку. Ее не обязательно делать. Если мы, значит, хотим просто сделать шов, делаем припуск на шов вверху тоже. На всех деталях 1 сантиметр. И прострачиваем на изнанке, выворачиваем, и будет все аккуратно, как внизу. И потом можно отстрочить по верху на расстоянии миллиметра от края, чтобы зафиксировать, чтобы не выворачивался наш фильтр. Вот такая масочка с железной для формирования носа. Примеряем.
В принципе, хорошо закрывает аж до отсюда, почти до ушей. Всем желаю крепкого здоровья, крепости духа. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!